Не торопись. Давай, плотва. Вот знаешь, что меня больше всего в Новиграде раздражает? Не торопись. Ничего не делал, сударь! Умоляю, помогите мне! Прочь, не вмешивайся! Умоляю, у меня жена, дети, пощади! Что тут происходит? Этот Дейне продавал фиштех молодым эльфам. Грязный товар, от него каждый второй умирает. Уже! Они хотят меня убить и ограбить! Помоги мне, умоляю! Ты продавал яд! Жаль, ты не видел, как бьется в конвульсиях и умирает молодой парень. Все эльфы ненавидят людей и мечтают о мести. Только почему я виноват в том, что ваш народ исчез? Заткнись, гнида. Надо проверить, есть у него при себе фиштех. Мы уже даже башмаки его проверили. Ничего! Ублюдок уже продал весь товар, но это не значит, что он невиновен. Я не вижу никаких доказательств, что этот человек торговал фиштехом, тем более грязным. Я не позволю его убить. Тогда ты умрешь сам. Зря ты, Вадгерн, встал у нас на пути. Спасибо, ведьмак. Сучьи эльфы, нашли предлог, чтобы меня ограбить. Прошу, прими это в знак благодарности. Мы здесь бродяг не любим. Я по поводу объявления. Говорят, вам тут надо избавиться от какого-то чудища.
А, да. Надзиратель Лунд объявление повесил. Какая-то бестия рыщет по пригородам и убивает людей. Как стемнеет, из дома выйти страшно. Я хотел бы поговорить с надзирателем. А он просителей не принимает. А чем он занимается-то? Раздает нищебродам муку и крупу по поручению городских властей. Знамо не лично. У него для этого люди есть. А сам-то он... надзирает. Вот именно. Я, пожалуй, займусь этим чудищем. Ты лучше поспеши, кто-то за него уже взялся. А кто принял заказ? Да я не видел. Мне только сказали, что нашелся кто-то. Кто-нибудь видел чудовище своими глазами? Нет, мы только тела находили. Бестия всегда появляется ночью. Нападает только на одиночек. Когда нашли последнюю жертву? Вчера ночью. Хуберта убили. Он нищий, но человек порядочный. Я позволял ему время от времени ночевать под навесом. Вон там, справа. Евстахий тело еще не забрал. Где я его нашел, там оно и лежит. Прощай. Высосали кровь. Низший вампир? Кровь, но не человеческая. Чудовище было ранено. Не похоже ни на Гаркайна, ни на Фледера. Значит, и Кима. Происходит. Куда спешите? Да дайте же вы мне все отдых успокою. Привет, Ламберт. Рад тебя видеть, волк. Решил поохотиться в Новиграде? Тебе же здесь раньше не нравилось. И теперь не нравится. Но у меня тут кое-какие дела. Как с работой? Неплохо. Был у меня выгодный контракт в Лан-Эксетере. Позвали убить великана, а тот оказался лесным троллем и шайкой бандитов. Шайки бандитов? Надо же. Ну, они прилагались к троллю. Ты говоришь, у тебя здесь дело. Помощь нужна? Может и нужна. Давай об этом потом. Пойдем, заберем награду, я немного спешу. Тебе половина. Так уж и быть, уступаю. Я тебя догоню. Подождешь? Ладно, только не копайся. Ты знаешь, где резиденция надзирателя? Да, у меня там была милая беседа с одним стражником. До свидания.
Геральт. Худро. Добрый день. От шторма ну еще и ну. Можно. Вот это от пиратов со скеллиги? Нет. Пойдем за наградой. И что? А ты как думаешь? Мы сделали свою работу. Пора платить. Погодите. Схожу к надзирателю и принесу награду. Мы сами справимся. А ты лучше стой на посту. И то верно. Входите. Мы разобрались с чудовищем в доках и пришли за наградой. Ведьмаки? С каких пор вы путешествуете парами? Одинокого ведьмака подстерегают разные опасности. Например, бандиты. Советую сменить тон. Говори, где искать Бертрама Таулера. Кого? Поверь мне, Геральт, это важно. Мне надо кое-что разузнать. Не знаю я никакого Таулера. Берите деньги за чудовище и выметайтесь отсюда, пока я не разозлился. Где Бертрам Таулер? Последний раз спрашиваю. Стража! В темницу их! Сучий сын! С ним больше хлопот, чем с Экимой. Таулер пропал, клянусь. Остальные тоже. Я знаю только, что с Виенной. И что с Виенной? Она круглые сутки пьет у семи котов. Ну вот видишь. Так уж необходимо было его убивать. Да. Сейчас сюда явится еще больше стражников. Пойдем отсюда. Встретимся в семи котах, и там я все объясню. В корчме, где сидит Виена? Ну да, увидимся. Жила была лягушка, клак-клак, потом лягушка.
Теперь самое время кое-что выяснить. Зачем ты убил Лунда? Что вообще происходит? Хочешь историю подлиннее или покороче? Давай уж, рассказывай все как есть. Был у меня товарищ. Его звали Айден. У тебя был друг? Очень смешно, сука. Мы познакомились, когда я принял заказ расколдовать монстра из Эландера. А Айден взялся его убить. Он был ведьмаком из школы кота. Насколько я помню, монстра все-таки убили. Да. Когда он выпустил кишки из моего заказчика, вариантов не оставалось. Кое-как я договорился с Айденом. Мы объединили силы, оплату поделили пополам. Потом мы работали вместе много раз. Это был лучший человек из всех, кого я только встречал. Ты знаешь, что ты мне нравишься, но ты даже пальца его не стоишь. И что с ним стало? Как-то Айден принял заказ расколдовать дочку герцога. С самого начала в этом деле была замешана политика. И потом все слишком ненавидят школу кота. Не случайно. Ведьмаки школы кота стали, по сути, наемными убийцами. Айден им не был. Но так или иначе, при дворе герцога нашлись те, кто желал, чтобы расколдовать его наследницу, не получилось. Отряд хорошо обученных наемников застал Айдена врасплох. И его убили. Среди убийц был и наш надзиратель. А Бертран Таулер? Он командовал. И это он нанес смертельный удар. Мне жаль твоего друга. Мне от тебя не сочувствие, нужна помощь. И только. Надо поговорить с Виеной. Должно быть, она уже достаточно выпила. Пойдем. Виена? Чего хотите? Мы хотим повидаться с Бертрамом Таулером. А с чего вы мне вам помогать? Для моего друга это очень важно. А что мне за это будет? Для начала я заплачу за твое пиво. А потом посмотрим, насколько ценными будут сведения. Я ходила в банде Таулера. Только когда это было? Я выпала из обоймы. Понятия не имею, где его теперь искать. Он больше не водит дружбу со старыми товарищами. В городе, говорят, он изменился. Таулер изменился? В каком смысле? Порвал со старыми знакомыми. Перестал заниматься случайными заказами. Засел в какой-то дыре и, должно быть, готовится к какому-то большому делу. Кто еще был в банде Таулера? Кроме меня? Зелиса, Хамунд и Лунд. Ну, они разошлись кто куда. Зелиса в Тритагор, Хамунд на Скеллиге, а Лунд... Лунд мертв. Нашла коса на камень. Ну, тогда попробуйте поболтать с Хамундом или с Зелисой. И где искать эту Зелису? Она сорвала большой куш. Держит теперь бордель в Тритагоре. Из тех, что для богачей. Девки вытягивают из клиентов сведения, а она ими торгует. Как называется бордель? Черная лилия. У Зелисы всегда был плохой вкус. А ты? Расскажи про себя. Я была с белками. Потом отряд мой разбили, и я прибилась к Таулеру.
Они никогда не считали меня равной. Я за 100 шагов била из лука воробья. Но для Таулера я была недостаточно хороша. Он всегда предпочитал эту хабалку Зелису. Ты участвовала в убийстве ведьмака Айдена? Может быть. Я не помню. Нам нужны сведения о Хаммонде. Он был правой рукой Таулера. Когда шайка распалась, вернулся на Фареры. Он оттуда родом. Теперь пиратствует. С ним, говорят, даже ярлы считаются. Ты доволен? Если она ничего не знает, нам придется поговорить с Хаммондом и Зелисой. Не ищите Таулера. Если он поймет, что вы идете по его следу, то убьет вас, не моргнув глазом. Это мы еще посмотрим. А что касается тебя... Делай, что считаешь нужным, Ламберт. Я не собираюсь читать тебе мораль. Делай, что считаешь нужным. Хуже хладнокровного убийства, только лицемерие. Осведомители, стукачи, расисты! Виена, что происходит? Они пришли за мной, Варен. Я говорила, что кто-нибудь в конце концов придет. Нестерт. Зараза. Хватит болтать, бой! Ты должен мне помочь, Геральт. Будет лучше, если мы разделимся. Плыви на Скеллиге и попробуй прижать Хаммонда. Я поеду в Тритогор и встречусь с Зелисой. Ламберт, давай сначала поговорим. Нет. Это один из тех серьезных случаев, когда ты не задаешь лишних вопросов, а просто помогаешь другу. Где потом встречаемся? В корчме нигде. Я отправляюсь. Удачи. Ух ты! Смотри! Хамиза. Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. Быстрей!
Иди сюда. Oh!
Вперед, плотва! Боги моря, я никогда не жалел для вас даров. Пошлите мне новую победу, чтобы я мог принести вам еще одну жертву из моей добычи. Не обращай на меня внимания. Чего, сука? Говорят, ты был в банде Таулера. Ты, сука, говори, чего тебе надо. Ну давай, ублюдок, выкладывай. Я ищу Бертрама Таулера. А ты, сука, кто еще такой? Знакомый, одной твоей знакомой. Я ищу Таулера и думаю, что мы можем как-нибудь договориться. Опять кому-то в Новиграде не по вкусу наши дела. Долбаные гильдии. А вы чего стоите, мать вашу? Мочи его! Согласно сведениям имперской разведки, Цири добралась до Новиграда. Искать девушку в самом большом городе Севера было все равно, что попытаться найти иголку в стоге сена. Но Геральт мог рассчитывать на помощь друзей. Ведьмак решил связаться с Трис Меригольд.
Что, Седой, приключения ищешь? И помни, в обрезке никогда не ходи один, только с напарником. Ерунда! У тебя жена есть? Нет. А собака? Собака есть. Значит, есть ради кого жить. Давай, плотва! Как же было дело с Фольтестом-то? Какие проблемы? Я вот... Эй! Что принесет? Знаете, из-за кого это война? А то! Из-за Нильфгарда! Они ведь первые границу перешли! Так ведь все не так вовсе! Это все из-за них приходят! По другую сторону имперские солдаты стоят в черной броне, а не дриады. А кто эти доспехи выковал? Смотри, куда прешь! Болван! Позор! Бандиты с оружием посреди улицы ходят! Что так поздно? Таулер, кажется, в Новиграде и по-прежнему ведет какие-то общие дела с Хаммондом. Я тоже кое-что узнал. Он по-тихому торгует живым товаром. Корабль у него есть. Жемчужина берега. Ходит отсюда на Скеллиге. Сменил имя. Теперь он Роланд Тройгер. Уважаемый новиградский купец и филантроп. Живет он в золотом городе. А что с Зелисой? За нее было некому заступиться. Тебя же со мной не было. Ладно, пойдем проведать Таулера. У меня есть план, как проникнуть внутрь. Если твой план не учитывает стражников, наверное, придется его пересмотреть. Подожди, пока сами не начнут. Вас ждут. Прошу за мной. Чувствуйте себя как дома. Ведьмак. Позвольте представить мою жену Летицию и двух моих карапузов. Вы знаете, кто я, и я вас наслышан. Вы много обо мне расспрашивали, а на такие вещи я всегда обращаю внимание. Из какой-то школы? Из школы кота нас мало осталось. Ведьмаки не могут иметь детей. Но могут их усыновить или принять под свой кров вместе с матерью и признать своими. Могу представить, как ведьмак становится наемным убийцей, но купцом. А почему нет? Каждый из нас когда-нибудь мечтал изменить жизнь, а я решил, хватит мечтать. Говорят, ни один ведьмак не умер в постели. Я собираюсь стать первым. Это
это мы еще увидим. Мой друг хотел бы с тобой поговорить. Забери детей, Летиция. Гости хотят поговорить со мной наедине. Я слушаю. Геральт, говори ты, а то меня сейчас кондрашка хватит, и я порешу ублюдка на первом слове. Хорошо ты здесь устроился. Оказалось, у меня есть деловая смекалка. На безбедное житье денег хватает. И на филантропию. Приют Девы Мирабеллы на скудность пожертвований не жалуется. Как и городской фонд попечения вдов и сирот. И многие другие. Твоя жена знает, кем ты был? У нас нет друг от друга секретов. Каждый день она молится за меня. И знаете что? Кажется, это действует. Твою мать! Спокойно, Лагард. В тот день, когда я сделал ей предложение, я признался ей во всем. И с того дня начал новую жизнь. Ты еще помнишь ведьмака Айдена? Убийство в Эландере. Хорошо оплаченное, как я догадываюсь. Я помню и его, и других. И обо всем сожалею. Только вот с Айденом все было сложнее. Что бы там ни говорили, мы не собирались его убивать. Нам пришлось, когда он на нас напал. Как, по-твоему, было дело? Айден принял заказ расколдовать дочку герцога. Взял деньги, напортачил и уехал, когда девушка умерла. Ты лжешь! Мы не должны были его убивать. Мы просто собирали долги. Денег у него уже не было, и мы потребовали его мечи. Он отказался. Начался скандал. Виена сидела в укрытии, и ее подвели нервы. Она всадила Айдену стрелу в глаз. А потом начала рассказывать собственную версию этой истории, чтобы замазать свою вину. Довольно рассказов. И что теперь? Может, ты изменился, может, нет. Для меня и для Ламберта это не имеет значения. Ты убил Айдена. И мне один хрен, что у тебя сейчас новая жизнь. Я не верю во второй шанс. Как хочешь, Ламберт. Это твое дело и твоя месть. Я долго ждал этой минуты. Я умирать не собираюсь. Давай! Спасибо за помощь, Геральт. Пожалуйста. Хочешь еще поговорить об этом? Не хочу. Мы еще встретимся. Когда-нибудь. Бывай. Как же было дело с Фольтестом-то?
вообще в Новиград пускать нельзя. Пожалуйста, еще один страшило. Фу. Мы можем поговорить? В чем дело? Ты ничуть не изменился. Я, кажется, слышу недовольство. Нет, недоумение. Люди с возрастом обычно смягчаются, а ты все злее. Мамочка всегда говорила, что я исключительный. Мне приходят другие эпитеты, но исключительный тоже подойдет. Пока. Береги себя. Говорят, мельничиха на мельнице с мужиками. Мы можем поговорить? В чем дело? Пока муженек на ярмарку ездит. Пока. Береги себя. Кто тянет от тебя? О, куда? Я вот что думаю. Знаете, из-за кого эта война? А то. Из-за Нильфгарда. Они ведь первые границу перешли. Так ведь все не так вовсе. Это все из-за... Видеть не могу! Чтобы тут вот такие подчинялись. Это ж ясно, как вечный огонь. Чародеи, мутанты, ахуи, кобальды. Фу! Эй, ты чё? Тьма! Всё за тьма! Знаешь, да. Венге? Ну не знаешь, так скоро узнаешь. Граф Курт Диссон? Ты по поводу объявления? Ты хотел нанять ведьмака? Да, но никакого попало проходимца. Об этих психопатах из школы кота такие слухи ходят. А ты к какой школе принадлежишь, м? Школе Грифона. Тогда зачем ты носишь медальон с волком?
Тяжелые времена, пришлось брать, что давали. Может, перейдем уже к делу? Недавно я приобрел имение к востоку от Новиграда. За бесценок. Потому что прежний владелец, чародей, сгорел на костре месяц тому назад. А теперь я выяснил, что дом, ну, вроде как, с привидениями. Понятно, почему такая спешка. Я-то ни в каких духов не верю. Но мои люди говорят, что по ночам здание трясется так, что штукатурка сыплется и даже земля движется. Можно с этим что-нибудь сделать? Я могу это проверить. Как туда попасть? К имению примыкает сад. Да и сам дом узнать несложно. У него все стены в трещинах. Вот тебе ключ. Удачи. Знаешь, чем пахнет Новиград? Сожженным мятом. Ну, давайте выпьем! Ты меня поить хочешь? Ой, может... Если бы как же было дело с Фольгерсом? Говорят, пару шабашек большой. Нет. О, ты меня хотел. Это оскорбление величия. Эльфская кровь, а? Русаски на сиськи! Да из тебя... ...чем из меня! Геральт из Ривии! Ведьмак, прозванный Белым Волком! Ты обвиняешься в оскорблении чувств верующих! У нас приказ доставить тебя на допрос! Но сперва сдай оружие! Через мой труп. Я тебе говорил, что его не проведешь. Ну что поделаешь, завалим как-нибудь. Так нам только чести больше. Помнишь проповедника, который говорил о чародейках и ведьмаках, и которого ты перед верующими оскорбил? От его имени мы приобщим тебя к таинству последнего очищения! И жить не хочется. И жить не хочется. И что же случилось с этим целителем? Я шел себе, говорил по своим делам. Буду теперь следить за каждым. Средств к существованию. Не повезло. У нынешней молодежи в голове сплошной гоголь-моголь. Вот. Говорил я ему, не лазь, говорю, туда, говорю. А то открутят тебе башку на дорог. Ты тут случайно? Или ищешь чего? А кто спрашивает? Рудольф де Йонкер, из тех самых де Йонкеров. Мои предки заложили основы Новиграда. Я владелец самого крупного банка в городе. Я не просил рекомендаций. Имени вполне достаточно. Мой отец говаривал,
Все должны знать твои заслуги, сын. Не скрывай их от мира. Я ищу Карину Тилли. Тебе повезло, потому что Карина сейчас в моем доме. Уже несколько дней она снит его историю. Ты банкир, а не историк. Зачем тебе история дома? Видишь ли, я купил его недавно. Он стоил мне целого состояния. А потом оказалось, что тут водятся призраки. Я боюсь, что он проклят. И как это проявляется? Да по-разному. Ночью слышны какие-то смешки. На чердаке будто мебель двигают. А на прошлой неделе, ты не поверишь, я обнаружил в гостиной человеческие экскременты. Почему ты сам не проверишь, что там творится? Я банкир, а не солдат. Я боюсь проклятых домов. Кроме того, Карина просила ей не мешать. Я хотел бы туда войти и осмотреться. Обычно я не пускаю чужих в свой дом. Но по двум мечам я вижу, что ты ведьмак. А значит, понимаешь в таких вещах. Входи. А второй меч у тебя на случай, если ты... Положи это. Умоляю. Это кровь. Не проливай ее. Пожалуйста. Проснись, это только сон. Проснись. Кукла. Чердак. Так, пора заглянуть на чердак. Положи это. Умоляю, это кровь. Не проливай ее. Пожалуйста. Перестань. Отойди отсюда. Не делай этого. Стеллаж загораживает проход в соседнюю комнату. Была колыбелька. Интересно, что случится, если положить туда куклу.
Очередной шедевр. Печь и черная топка. Обожаю такие загадки. Печь я видел в подвале. Может, там будет еще подсказка? Перестань! Отойди отсюда! Не делай этого! Испугался ведь? Вижу, что испугался. Такой отмор.